Всем привет, с вами Тёма Ниндзя и Мир 4. Так, у нас с вами продолжение прохождения тайн. 3 и 4 у нас сегодня. Свиточек, чтобы его открыть, нам нужно пройти 3 и 3. Ссылки, наверное, оставим в описании, чтобы вам было проще ориентироваться. Хотя можно и зайти просто по плейлисту пробежаться. Вот, и давайте смотреть, что нам нужно сначала. Сначала нас отправляют снова к Вименек. Это мы уже знакомы. Уже почти родные стали. Так, мы на месте. Встретимся в ванной. Тайна у нас называется «Зачистка трущоб». Давайте. Итак, дальше нас отправляют. Так, нас отправляют в трущобы. Снова трущобы. А тут уже показан НПС. Ну, делаем все то же самое, портуемся через боссика и бежим к НПС. Так, мы на месте. Разговариваем с пьяницей Гунсом. Так, что нас просят делать дальше? Так, значит, нам нужно теперь в трактир к торговцу выпивкой, так как следующим НПСу нужно выпивку дать. Тогда он с вами поговорит. Так, покупаем вот это вот рассветное дыхание за 50 000. Одну бутылочку покупаем и возвращаемся с вами в трущобы, в то же место, где и были до этого, и говорим с соседним пьяницей. Так, мы на месте, говорим теперь с пьяницей Сонджи. И далее нас снова отправляют к Вименок. Это небесный город, житель Вименок. Так, поговорили, и далее мы идем в небесный город. Так, находим. Хотя, в принципе, проще к торговцу. Как уже было в предыдущей тайне, проще протонуться к торговцу, и рядышком стоит этот Ганхо. Так, мы с ним поговорили, и нас отправляют в нехорошее место, в тяжелое место. Змеиная долина. Лабиринт. Да, лабиринт. Второй этаж. И какой вот к этим вот мобам. Ну, в общем, сразу первоначально. Так, давайте портуемся. Так, с этих мобиков нам надо набить предметики. Набиваться это будет долговастенько. Но никуда не деться. Итак, мобы набиты. Готовьтесь, это будет непросто. Желательно попросить помощи, чтобы побыстрее набить в пати. Вот. Дальше нам снова нужно вернуться к Ганхо. Давайте так, через продавца с зельями. Это быстрее, чем искать его среди жителей. Так, мы на месте. Грузись.
Так, и далее нам нужно снова в трущобы. Ориентир рынок. Здание в глубине рынка. Да? Сейчас посмотрим. Так, рынок. Ладно, давайте искать. Так, нам нужно вот сюда вот, в эту часть. Портуетесь на капитана караульных клана двух путей и быстренько бежим сюда. Это, видимо, здесь. Да. Так, что от нас хотят? Ну, понятно. Как всегда, побить могут. Ну, бьем. Так, вроде бы убили мобиков. А, нет. Все еще продолжаем бить мобов. Ой, и босик. В общем, по-видимому, здесь нужно зачистить полностью все это логово беглых. Вот. И приходить сюда, так как здесь сюжетка, вам никто не сможет помочь из соклановцев или друзей. Лучше прокачаться как минимум до 50 уровня и неплохо так себе БС поднять. Хотя бы до 50к, я думаю, потому что здесь временами прям пробивают сильно. Так, снова катсценка прошла, и последний, видимо, босс в этом месте. Эх, надеюсь, это последнее. Разговор в этом. Да. Так, далее мы выходим через выход из этой локации, и нам нужно снова в главное здание, вот сюда вот. В общем, встретимся там, будет главная битва, видимо. Так, заходим потихонечку. Ну да, последняя битва. Это будет Зёська. Увидимся после битвы. Так. Первых двух мобиков мы победили. О, прибежал помощник. Теперь мы бьем капитана телохранителя. И, наконец-то, Новоджан. Тот самый негодяй. Ого, прибежала куча, кучная подмошки. Что ж, куда-то меня опять в тюрьму, что ли? Нет, так, тайна сделана. Так, давайте смотреть, что мы дальше, да, хотим делать. И нам остается лишь только поговорить с Чогуном. Так, мы зачистили трущобы и тем самым открываем ход к следующей тайне. Но об этом уже в следующем видео. Надеюсь, видео было полезным. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.